Обращение участников миллионного митинга против геноцида мусульман Рохинджа в государстве Мьянма к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Сегодня мы, граждане России, мусульмане Северного Кавказа, обращаемся к вам, к руководителю великого государства, лидеру нации и человеку, уважающему ислам, с просьбой употребить весь ваш авторитет в мире, чтобы остановить геноцид мусульман. Мы мусульмане Мьянмы!